мы рады всех поздравить сегодня с праздником, столетием пионерии. Советская власть после победы Великой Октябрьской социалистической революции с первых дней, несмотря на интервенцию, несмотря на гражданскую войну, делала все для воспитания подрастающего поколения. 100 лет назад, 19 мая 1922 года, на второй всероссийской комсомольской конференции РКСМ было принято решение о создании красногалстучной пионерии. Через 2 года, в 24 году, пионерская организация стала носить имя Владимировича Ленина. Советская пионерия – это подвиг детей, которые с первых дней существования пионерских отрядов решали вопросы борьбы с беспризорностью, обучения грамотности, развивали тимуровское движение. И во многом благодаря советской школе, благодаря пионерии, комсомолу, в 41 год наша страна вступила с новым поколением советских людей, которые горячо любили свою родину и готовы были отдать свои жизни за ее независимость, за победу. Тысячи пионеров в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. 6 пионеров стали пионерами-героями. Около 20 тысяч юных защитников Москвы среди детей пионеров были награждены медалью за оборону Москвы. Красногалстучная пионерия – это великий подвиг восстановления нашей страны после Великой Отечественной войны, восстановления разрушенного хозяйства. Это миллионы посаженных деревьев, это огромное количество собранной макулатуры и металлолома, которые шли на развитие нашей промышленности. Но самое главное – это воспитание патриотизма, любви к своей родине. После разрушения Великого Советского Союза, после предательства Горбачева и Ельцина, перестала существовать пионерская организация, перестала существовать комсомольская организация. Но именно Коммунистическая партия Российской Федерации во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым сделала все для восстановления лучших традиций пионерии и комсомола. Мы понимали, что необходимо работать с будущим поколением, выстраивать воспитательную работу, которая ушла в 90-е из школ, и фактически на каждом пленуме каждый день уделяли внимание развитию именно молодежного движения. Если посмотреть на решение КПРФ, то много было принято важных мер по усилению развития пионерии и комсомола, решение пленумов Центрального комитета нашей партии. Сейчас можно уверенно говорить, около 300 тысяч пионеров объединены в единую пионерскую организацию. У нас очень мощная Ленинский коммунистический союз молодежи, крупнейшая молодежная организация страны. И на самом деле сейчас как никогда необходимо новому поколению тех мальчишек и девчонок, которые уже родились в 2000-е годы, именно рассказывать о великом подвиге советской пионерии и учить их на этих примерах. Когда сейчас в ходе спецоперации, которые проводит Российская Федерация, после фактически объявления нам гибридной войны, видишь таких ребят, мальчишек, как Алеша из Белгородской области, понимаешь, что у наших детишек, у нашей молодежи есть прекрасные задатки и возможности сделать нашу страну великой. Но нам необходимо взрослым сделать все, чтобы страна стала независима, чтобы экономика нашей страны шла не по грабительскому, капиталистическому пути развития, который она шла на протяжении последних 30-летий, а шла по пути справедливости и социализма. Коммунистическая партия Российской Федерации предложила свою антикризисную программу «20 неотложных мер для преображения России». Это программа будущего. Мы считаем, что необходимо уделить серьезное внимание развитию образования и вести школу, возвратить воспитательную составляющую. Мы считаем, что будущее страны будет зависеть от фундаментальной науки. И надо сделать все, чтобы молодые ученые возвратились в нашу страну и получили здесь серьезную поддержку, чтобы лучшие разработки, которые у нас есть, они служили на благо нашей страны.
Но без решения ключевого вопроса борьбы с бедностью, с колоссальным социальным расслоением, мы не сможем объединить наше общество. Необходимо принимать закон о национализации, необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения, необходимо развивать сельское хозяйство, необходимо развивать промышленность. Все эти меры позволят будущим поколениям нашей державы, тех ребят, которые будут вести страну вперед, чувствовать себя уверенно. И мы прекрасно понимаем, что пройдя тяжелые испытания санкциями, блокадой, которые сейчас организовывает нам Запад, наша страна, объединившись под знаменем социализма, под красным знаменем, сможет пойти вперед. Надежда Константиновна Крупская говорила, что тот, кто работает с детьми, работает с будущим страны. И этот принцип неотъемлемо реализуется в работе и в программе нашей партии. Геннадий Андреевич Зюганов особо уделяет внимание детям и молодежи. Сегодня во всех регионах нашей страны есть дружины и отряды красногалстучной пионерии. Это мальчишки и девчонки, которые преданы своей организации, которые понимают четко, что красный галстук – это частица знамени победы. Хочу сказать большое спасибо тем вожатым и педагогам, которые сохранили преданность идеалам пионерии советской красногалстучной. В настоящее время, в год столетия пионерии, по всем регионам проходят массовые мероприятия. Они разноплановые, они спортивные, творческие. Это встреча поколений ветеранов пионерского движения. Это как высадка аллей, это торжественные линейки. И все эти мероприятия будут проходить в течение года. Сегодня по всей стране пройдут большие торжественные линейки. Большая линейка пройдет в Орловской области, где более 3000 мальчишек и девчонок будут приняты в красногалстучную пионерию на Центральной площади. Пройдут приемы в Иркутской области, на Дальнем Востоке, на Юге, на Северном Кавказе. Во всех регионах будут большие мероприятия. 17 мая в Государственной Думе Геннадий Андреевич открыл выставку, посвященную пионерскому движению, которая прошла героический свой путь в течение 100 лет и сейчас действует. Я всем рекомендую ознакомиться с этой выставкой. Посетил Геннадий Андреевич, мы организовали концерт в колонном зале, который был посвящен столетию пионерии. И сегодня пройдет большое мероприятие в колонном зале. Большой детский хор Попова отметит свое 50-летие и в честь Дня пионерии проведет там большое праздничное мероприятие. Ну и, конечно же, 22 мая на Красной площади мы проведем большую торжественную линейку, посвященную Дню пионерии. И порядка 5000 мальчишек и девчонок вступят в дружную пионерскую семью. Коммунисты понимают, что пионерия – это не вчера, это сегодня и завтра. КПРФ всегда уделяла огромное внимание именно патриотическому, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В кратчайшие сроки, в очень непростые, в 90-е годы, были восстановлены, возрождены красногалстучная пионерия, ленинский комсомол. Делала эта партия не для ностальгии. Организации были включены в структурные подразделения партии, были вовлечены максимально в партийную работу. Если в советские годы для нас была абсолютно ясная и четкая линейка воспитания, да, это октябренок, пионер, комсомолец и коммунист, в 90-е годы постарались, конечно, все это разрушить. Сейчас партия на своем примере, на примере, как работает партия сейчас с молодежью, я думаю, что это очень хороший рецепт, что нам нужно однозначно брать единый курс на воспитательную систему, выстраивание воспитательной системы в стране. Нам однозначно нужно возвращать воспитательную функцию в образовательные учреждения. Нам однозначно нужно культивировать, наоборот, созидателя, а не культ потребителя. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что воспитание патриотизма не может быть без знамени победы. Не может быть без советских достижений и побед. То, что нам сейчас пытаются порой показывать современные фильмы, которые просто порочат облик советского солдата, советского спортсмена, советского космонавта, это просто недопустимо, а в конечном итоге и мерзко. 9 мая – очень светлый и красивый праздник для нашей страны, один из их главных праздников. Но три федеральных канала, Первый канал, Россия и НТВ не показали ни одного советского фильма.
Уважаемые товарищи, мы убеждены, что нам нужно уходить от этих двойных стандартов. Сейчас очень сложные, очень непростые времена, но мы видим, как и молодежь в том числе сплотилась вокруг Красного Знамени. Я думаю, что именно оно должно стать ориентиром для молодежи на уроках мужества, на торжественных линейках, на 1 сентября. Мы, конечно, приветствуем инициативу наших коллег, что можно историю преподавать там и с первого класса, может быть, и правильно ставить гимн, поднимать флаг перед уроками, но это все, конечно же, форма, а мы делаем упор именно на содержание. А советская история дала нам прекрасные моменты для гордости. Советская пионерия, советский комсомол золотыми буквами вписал себя не просто в советскую историю, а в историю нашей страны. Подвиг пионеров-героев, подвиг комсомольцев, он будет бессмертен и навсегда останется в наших сердцах. Я вас от всей души еще раз поздравляю с великим праздником, со столетием Ленинской пионерии. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, ну и еще раз всех приглашаем 22 числа, воскресенье, в 11 часов на Красную площадь, чтобы увидеть действительно вот этот праздник, праздник детства, праздник будущего и дать интересные информационные материалы на своих телеканалах. С Днем пионерии!